Привет, друзья, с вами Флок. Первое видео с Дианой Анкудиновой, которое мы смотрели, называется Dernier Dance, по-моему, да, на котором более 111 миллионов просмотров благополучно было заблокировано. Кто-то успел посмотреть, а именно там было 11 человек, насколько я помню. Вот. Вырезать его бесполезно, куда-то вставлять бесполезно, ВКонтакте вставлял, заблокировали. Поэтому, ладно. Да, что сказать, запомнилось, что у этой девочки такой необычный вот такой голос, вот такой вот, да. Его было, правда, маловато в том треке. Трек был прикольный, песня была классная, исполнила неплохо. Вот, давайте посмотрим видео Human. Да, но также у нас Ты Супер. Вот, ну я вставил вот эти смайлики, может быть, как-то что-то поменял цветокоррекцию, может быть, что-то как-то прокатит. Но реакции на это видео дофига. Если на прошлое, на Dernier Dance вообще не было реакции именно на то видео, с того выступления, то на это их много. Так что будем надеяться. Да, перед началом подписывайтесь на Twitch, перед началом подписывайтесь на Boosty, кому больше видео. Поехали смотреть. Ну, вот этот звук вестерн мне уже нравится. У нее голос ведь на самом деле довольно милый-то ведь в обычной жизни, но не такой же прям у нее голос-то. Прям если не смотреть, вот прям не скажешь, что 16 лет, девочка, да, там и так далее, потому что взрослый голос, просто взрослый. I'm a human and dangerous. Хорошая нота. Сейчас будет расколбас самый. Прикольно. Арбенина, голову. Короче, ладно. Тут вот не хватает. I'm a human. Вот, вот такой, знаете, вот после такого прям басистого голоса. I'm a human. Нет, вот это. I'm a human. No, chiro. Вот это вот. Вот прям вот так вот, чтобы, знаете, прям такая смена была тонов, было бы вообще прям идеально. А так прикольно, молодец. Необычно, да. Правда, необычно. Ах. Ну, понятно, почему она миллионы просмотры набирает. Потому что это как-то необычно. Да, для 16 лет исполнять вот так вот. Может быть, она и простенько исполняет, но ее вот эти вот, ее тембр голоса, он как бы все здесь решает. Но я не говорю, что она плохо поет. У нее хорошие ноты, она прям берет их очень хорошо. И, блин, круто, молодец. Но это ее фишка вот эта вот, действительно. А, ну кому никак, да, как не елки унестись от этого. Это прикольно. Блин, это прикольно, реально. А почему я раньше, да, как бы на это не натыкался, если реакции на эти видео просто, блин, сотни, тысячи их. Голос сильный у нее. Что будет через 10 лет? У нее голос очень сильный. Если она его, конечно, не посадит такими исполнениями. Ну и, блин, если каждый день, ну хотя бы раз в неделю, да, распеваться, я думаю, нет, все нормально у нее с голосом будет.
Очень необычно. Очень необычно. Это я заценил еще на первом, ну, который вы, скорее всего, не видели, да, там всего лишь 11 просмотров было. Вот, его сразу заблокировали, ну, кто видел, тот прям красавчик. Вот, очень необычный голос, здесь его было прям в избытке, да. Но порой такое чувство, порой охота услышать его настоящий голос. Это и есть его как бы настоящий голос, да, но он, блин, ну все равно охота вот именно настоящий голос, знаете, без всяких вот этих вот басистых там и так далее. Ну вот, ну может быть это ее стиль, я не знаю, это второй трек, который я слушаю. Посмотрим, если, друзья, лайками поддержите, комментариями поддержите. Если это видео, опять же, не заблокируют, да, мы посмотрим еще что-нибудь, что вы, собственно, посоветуете. Но пока девочка... Так для меня она, ну, как я не знаю, ну, открытие, не открытие, я уже, знаете, много таких вот исполнителей видел. Да, вы скажете, блин, таких ты не видел, много чего ты говоришь, там, такое, типа, да, вот это такие одни там люди, как Димаш, там, как Диана и так далее. Вот. Ну, так-то оно так, да, но таких людей много, которые, как бы, знаете, вот у которых талант есть, которых, как бы, вот не замечают, но, тем не менее, мы сейчас не об этом говорим. Да, так что вот именно про Диану. Крутая, прикольная, необычная, своеобразная, опять же, ее манера исполнения. Вот она как раз и цепляет многих слушателей, многих зрителей поддерживать ее. Вот, это мое мнение, я пока его высказал, я пока не знаю. Это всего лишь вторая песня, которую я от нее слушал. Вот это каверы, насколько я понимаю. Ладно, друзья, всем спасибо. С вами был Флок. Свое мнение в комментариях. Я Диану не знаю. Имеется в виду как исполнителя. Я слушаю ее первый раз, второй трек. Так что, блин, давайте уж, если вы ее слушаете не первый раз, да, вы ее давно знаете, слушаете, любите, цените, уважаете и так далее. Вот. И без каких-либо обид, если мои слова там чем-то кого-то обидели. Вот. Ну, хотя они должны были, я ничего такого не сказал вроде бы на этом видео. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Флок. Все ссылки в описании. Всем пока.